Крекеры могут быть полезны. Это хрустящее печенье в веганском варианте начал производить 26-летний Алекс Вега. Он выпускает около 10 сортов продукции. Небольшой бизнес Вега запустил в разгар пандемии. Начинающий предприниматель получил всего 7000 леев гранта. Любовь к здоровой еде заставила Алекса найти альтернативу продуктам, содержащим консерванты. Мы начали с 2-3 видов семян, а затем попробовали разные комбинации. Мои крекеры изготовлены только из семян. Я не использую ни клейковины, ни консервантов. Продукция Алекса – 100% натуральный продукт. Крекеры высушиваются при температуре 70 градусов в течение 24 часов. Они не пекутся при 180 градусах, поэтому очень полезны. Сохраняют много нужных организму питательных веществ. По словам бизнесмена, большим спросом пользуются детокс-крекеры из спирулины и острых овощей. Они подходят женщинам, которые хотят сбросить вес, потому что после 2-3 крекеров вы уже чувствуете, что голод уменьшился. Алекс надеется, что постепенно люди откажутся от вредных продуктов. Одно из преимуществ его продукции – долгий срок годности. Вот так выглядят уже сухие, суперхрустящие крекеры, легко ломаются. Их следует хранить в герметично закрытых упаковках, чтобы туда не попадал воздух и свет. Килограмм веганских крекеров стоит от 250 до 1000 леев.